Позвольте поздравить вас, повелитель. Все мы искренне желаем счастья нашему шехзаде Осману Хазрет-Лири. Иншалла, Мурат-Паша. Осман носит славное имя. Он будет храбрым воином, таким, как его славный предок. Аминь. Если позволите, я бы хотел сделать моему славному повелителю один весьма символичный подарок. Этот меч... Ничтожный раб дарит вам свой меч. Я дрался им в походе султана Сулейман-хана Хазрет-Лири в последнем его сражении. На сеге твари, из которого мы вышли победителями. Я назвал его «Меч славной победы». Покойный султан Сулейман-хан в сиге твари вышел к нам прямо из своего белоснежного шатра. Он предстал уже пожилой, уставший, но по-прежнему блистательный, с ясным взглядом сокола. Передай мне его слова. Храбрецы мои... Во имя Аллаха вы поднимаетесь сейчас на нашего врага и сжимаете в руках мечи, поминая славное имя пророка нашего. Уже скоро вы вступите с неверными в бой. В этот день Аллах не оставит нас. Нам помогут наши молитвы, наша память и ветер. Того, кто не отступит, Аллах благословит и подарит вечную славу. Нас ждет победа, а не смерть от руки неверных. Я в это верю. Крепость Сигитва падет до восхода солнца. Так не посрамите уже меня, мои храбрые воины. В тот день, возлюбленный повелитель, я поднял этот меч высоко вверх. Я лично был в числе тех, кто успел увидеть великого воина. И еще до восхода Сигитвар было разрушено. Вечная слава ему. Да. Повелитель, главнокомандующий Восточного фронта Джигализаде Синан-Паша прибыл в столицу. Это срочно. Зови. Повелитель. Что случилось, Джигализаде-Паша? Что с тобой? Насух-Паша был разбит Джалили Тавилым Хасаном и отступил в Кютахию с позором. Кроме того... Нынешнему Бейлербею Анатолии, Кеждехану Али-Паше, он успел отрубить голову. Как говорят, пока умный бегал и искал мост, дурак перешел реку вброд. Мы теряем с вами драгоценные минуты. Солдаты гибнут. Мы делаем все, что можем, Паша. Мне кажется, нам нужно войти в контакт с главарями и все же попробовать с ними договориться. Откуда такие речи, Синан-Паша? Ты собираешься с разбойниками договариваться? Мурат-Паша. Ситуация сложная, поэтому я тебя и позвал. Что посоветуешь? Вырыть им могилу было бы правильно. Да поглубже, чтобы не осталось ни одного бунтовщика, который грабит нашу родную землю.
Как это? Сначала с Австрией хорошо бы все наши претензии выяснить. Ну а потом, если вы посчитаете это необходимым, я соберу армию, и под моим командованием мы направимся в сторону Анатолия к разбойникам. Неважно, кто из них бунтовщик, а кто праведник. Заставьте их сдаться и даруйте им жизни. Остальные пусть все погибнут. Согласен. Мы обсудим это еще раз. Зульфикар, Насух-паша должен немедленно приехать сюда. Он заплатит головой за бездарное командование и свою редкую дерзость. Как прикажете. Зульфикар. Повелитель. Уже дважды. Дважды в мои покои проходят без моего ведома. Простите, повелитель. Я не могу помешать. Ты сможешь, Зульфикар. Ни Кёсэм, ни кто другой не может врываться в мои покои и нарушать мое уединение.